Принесли кофе по-турецки. Суп из морепродуктов. Thank you. Суп из креветки. Суп. Суп из креветок. Очень вкусно. Очень вкусно. От Рашада. Рашад. Рашад классный пацан. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ахмед. Ахмед. Добрый вечер. Очень приятно. Очень приятно, да. Вам понравился суп? Супер. Пробуем суп. Из креветок. Вот, в нем креветочки. Ребята, кулинарный канал — это хорошо, но когда тебя кормят, это еще лучше. Обязательно рекомендую, выжмите лайм. Суп. Это еще вкуснее. Суп немножко остренький, но очень-очень-очень вкусный. Супчик съеден. Теперь нам принесли. А что это? Креветочки в кляре. Вот такие креветочки в кляре. Сейчас будем пробовать. Пробуйте креветки с соусами, которые принесли. Ребята разносят еду, очень аккуратные, вежливые. Все очень вкусно. Креветки. Шеф-повар вышел посмотреть, как люди едят еду. А здесь продолжается дискотека.
love this song. I will come to you. Don't let me do. Hey, 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 come on. Hey, давай, давай. Early roses, as a china should be. Those missions, like you want. Ласковый май переехал в Египет. Лунного грация, ванет вот праздный, лишь в несколько дней. Я оставляю тваску мирас на белла, а холодном дне. Кстати, шикарно приготовленный рис. Тут кроме креветок еще очень вкусно. Слушай, да, все хорошо. Вот так. Спасибо. Кроме креветок тут еще рыба. В общем, это тхина с чесноком, очень вкусная. А это баклажанный соус. Также бесподобно. С рыбкой. Вот такой вот рис. Я не знаю, если вы видите. Темно-коричневый. С какими-то специями приготовлены, но очень-очень-очень вкусный. Можно есть только его. Ну, конечно, морепродукты, да. Кусок рыбы, креветки. Еда едой, но не забываем наслаждаться морскими пейзажами. Город далеко, а мы все плывем по лунной дорожке. Очень вкусно кормят, музыка прекрасная, еда вкусная. Ребята, экскурсия — то, что надо. Будете в Шарм-эль-Шейхе, захотите заказать экскурсию, заходите на сайт cooltripsegypt.ru, находите там телефон Елены, звоните ей и заказывайте экскурсию. Сегодня заказали, завтра вы уже на экскурсии. То есть экскурсию заказывайте за сутки. Цены очень даже адекватные. Так что... пожалуйста. Команда работает очень сложно. Ребята молодцы. Давай, давай. Like it? Come on, давай. Моя супруга решила потанцевать. Смотрите, какая красивая луна сейчас. Такое облачко.
как будто крылышки. Давай, 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 Лига! Друг, друг! Давай! Сеньорита! Апельсинчики. Красивые, красивые. Вкусные, вкусные. Кстати, апельсин у них намного слаще, чем у нас. Делаю вывод, что к нам везут зеленые, просто обработанные каким-нибудь газом, чтобы не испортились. А поспевают они по ходу по дороге. А тут апельсины реально сладкие, полностью поспевшие. Обязательно будете тут, пробуйте апельсины.